Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале, на котором каждый день есть что посмотреть по танкам. В день публикую по несколько видео, высветляю абсолютно все новости в игре, все, что происходит, показываю таким, какой она есть на самом деле, делаю обзоры на танки, которые выходят на продажу, а если особых новостей в игре нет, то показываю танки, про которые все забыли. Хотите ничего не пропускать, ставьте обязательно палец на колокольчик, а перед этим подпишитесь, пожалуйста, на канал. Ну и если вам не сложно, прожмите лайкосик, вам бесплатно, мне приятно. Спасибо большое за поддержку в развитии. Сегодня обсудим такую крайне редкую тачку, как Гром. Это такое себе подобие Кваса, а именно КВ-1С, но является коллекционной машиной, и за последнее время на данной тачке на Евросервере играли всего 37 человек, что можно использовать как подтверждение факта того, что машина действительно редкая. Хотите себе эту машину заиметь? Тогда оставайтесь в этом видео, не перематывайте, я расскажу, что необходимо сделать для того, чтобы поучаствовать в розыгрыше, а именно эту тачку я планирую разыгрывать вместе с КВ-13. Ну что, ребят, поехали. Гром. Машина странная, бронированная, довольно живучая, имеет хороший угол склонения орудия вниз, минус 10, что позволяет качественно отыгрывать от неровности, играя от башни. Имеет целых 400 единиц урона и 175 мм пробития, что на 15 мм больше, нежели у Кваса. Но при этом всем есть огромные камни преткновений. А именно, время сведения даже с установленным оборудованием составляет 5,8. Безбожная цифра, я с этим соглашусь. Также стоит отметить крайне долгое время перезарядки орудия. КД составляет 18,3. Это очень много. И при этом всем разброс более 0,4. В отношении комфортного выцеливания кого-то тачка далеко не самая лучшая. Но, ребят, при этом всем Гром необходимо вам любить не за то, что он круто нагибает в рандоме, а за то, что он редкий, уникальный и мало у кого есть в ангарах. Напишите, кстати, в комментариях, у кого данная машина есть в ангарчике и насколько часто вы выезжаете на этой тачке. Ну что, берем танк, поехали кататься, заодно расскажу, как поучаствовать в розыгрыше. Ну что ж, друзья, давайте будем начинать. Как обычно, начинаем с подвижности. Подвижность у данной машины такая же, как и у любого другого тяжелого танка с хорошей живучестью. Едет крайне уныло, еле передвигается по карте, это факт. И по большому счету, все-таки Гром – это машина одного направления. Очень редко бывает возможность перекатиться куда-то на другую сторону карты для того, чтобы быть там полезным. Но в целом этого и не требуется, потому что Гром предназначен для того, чтобы продавливать конкретное направление, сдерживать соперников, пока не приедут союзники. Короче говоря, машина, я бы сказал, похожая на ледокол. Только не тот, который танчик в нашей игре, а тот, который лед ломает. В отношении орудия. Орудие действительно не сильно веселое и требует не то что сноровки, а просто соответствующего характера у игрока. Если вы холерик, то этот танк вам однозначно не подойдет. А вот если вы флегматически периодически играете или хотели бы поиграть с очень спокойным, уравновешенным настроением, то этот танк действительно для вас. Потому что спешки он не то что не требует, он прям просит не торопиться. Время перезарядки очень долгое и, понятное дело, для того, чтобы быть результативным, желательно, чтобы рядом с вами были ваши союзники, которые на время вашего КД вас поддержат, будут отстреливать по соперникам, будут их сдерживать и не давать атаковать конкретно вас. В отношении точности. Точность у орудия есть, только для этого необходимо нормально полностью свестись, ну и хорошенько кому-нибудь сразу даете в дыню. В отношении всех остальных нюансов, их очень много, и да, действительно, они присутствуют в этой машине, и машина, как я уже говорил, не для разрыва рандома, а для того, чтобы можно было заехать спокойно на редком танке и получить удовольствие от того, что вы один такой. Это действительно... простите, звоночек поступил. Это действительно... та фишка, которой обладает данная машина. Показать вас просто во всей красе. То есть я такой весь уникальный. Если говорить откровенно по самому танку, то, как я уже сказал, хоть это и не имба, но давайте все-таки будем откровенны. Та цифра по альфе, которую вы забрасываете за один выстрел в среднем, а это 400 единиц, редко встречается на 7 левеле. А в отношении 6 уровня, а к семеркам кидает, кстати, на этой машине очень редко, ну, такого вы, в принципе-то, и не найдете. Разнесли меня только лишь по той причине, что поддерживать некому было, ну и, соответственно, из-за этого была возможность меня разбирать, пока я уходил на очень долгое КД в 18 секунд.
При этом всем броня у танка есть, танковать он умеет, и давайте будем говорить теперь о самом главном. Как получить данную машину абсолютно бесплатно? Для этого необходимо зарегистрироваться на розыгрыш, и розыгрыш будет идти в два этапа, но и тот и другой этап для вас будет очень простым, если вы подписаны на канал. Если вы на канал не подписаны, то рекомендую подписаться, потому что розыгрыш только для подписчиков канала. В ближайшее время, 26 числа этого месяца, у моего канала будет днюха, и на двухлетие своего канала я провожу ряд розыгрышей среди подписчиков, среди тех ребят, которые поддерживали канал тем или иным способом в его развитии, за что вам, друзья, отдельная благодарочка. Так что необходимо сделать? Ничего сложного абсолютно. Просто напишите в комментарии две вещи. Первое. Какой из плейлистов на канале является самым наполненным, то бишь самый большой плейлист по количеству опубликованных там видео, и сколько конкретно видео в этом плейлисте на момент публикации видео вы там видите. Это первое. Второе. Напишите, пожалуйста, какую сумму по урону, то есть какое количество урона за один выстрел я сейчас нанес, делая свой последний выстрел в данном бою. Больше пока от вас ничего не требуется. Ну, кроме того, чтобы подписаться на канал и прожать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео, потому что в одном из следующих видео и будет проходить розыгрыш данной машины. Хотите себе крутую коллекционку? Не поленитесь, зарегистрируйтесь, а я вам буду только благодарен за то, что подписались на канал и прожали лайк на видео. Как вы видите, в проигрышном бою 1400 единиц урона, один из лучших показателей в нашей команде. Если бы у меня был хотя бы один союзник поддержки, то я думаю, что мы вполне спокойно продавили бы это направление, сдержали бы соперников, ну и, соответственно, получили бы победу. Но, к сожалению, поддержать было некому. Единственный, кто меня поддерживал, благополучно слился, ну и дальше самому за себя постоять было очень сложно. Я мог бы показать какой-нибудь очень красивый бой на Громе с 2500 урона, на что машина действительно способна, но это была бы не совсем правда про эту машину, а я публикую у себя только правдивые видео и ничего не вырезаю. Да и плюс к тому, мог бы переписать сейчас видео из-за телефонного звонка, который поступил, но и этого делать не буду, потому что все снимаю в один дубль, потому что показываю вам все таким, какой она есть на самом деле. Жду ваших комментариев, всем удачи в розыгрыше, мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.